Это факт-чек на 24 КЗ. Сегодня в программе. Мошенники под видом операторов сотовой связи. Похищение грузов при междугородних перевозках. Есть ли связь между QR-кодами и концлагерями? Как реагировать, если вам пишет уполномоченный по правам ребенка? Мошенники под видом операторов сотовой связи обманывают казахстанцев на миллионы. Чаще других страдают от подобного мошенничества жители Актобе. Работает это так. Сначала злоумышленники звонят гражданам, представляя сотрудниками оператора сотовой связи. Они утверждают, что срок действия телефонного номера истекает и предлагают продлить обслуживание. Когда человек соглашается на продление, злоумышленники просят продиктовать код из СМС. Но это еще не все. Цитата. «После получения кода они через мессенджер WhatsApp звонят ему же, представляя сотрудниками компетентных органов, и сообщают, что его обманули мошенники-лжеоператоры и оформили на него кредиты в нескольких банках». Объясняет старший оперуполномоченный Управление криминальной полиции Департамента полиции Актюбинской области Багдаулет Балмурзин. Злоумышленники, представляя сотрудниками КНБ, полиции, банка, обманным путем убеждают свою жертву оформить кредиты на свое имя. Это якобы нужно для аннулирования ранее оформленных мошенниками-лжеоператорами кредитов на имя жертвы. Во всех случаях потерпевшие обязались перевести все деньги на якобы безопасные счета, указанные аферистами. Все преступления мошенники совершили, сделав звонок с заявлением, что якобы истекает срок действия сим-карты. При поступлении таких звонков полиция призывает немедленно прервать разговор, не сообщать коды из СМС и персональные данные, не переводить деньги посторонним лицам. По сообщ... Сообщению Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает несколько миллионов тенге. Мошенники выдают себя за водителей и заказчиков, похищая грузы при междугородних перевозках. Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает о новом механизме мошенничества, связанном с хищением дорогостоящих автомобилей и различных товаров. Злоумышленники, выдавая себя за водителей автовозов и ФУР, связываются с заказчиками и предлагают услуги по транспортировке. Одновременно они представляются заказчиками в разговоре с водителями. Обманным путем убедив обе стороны, они перегружают похищенщиков. Груз для дальнейшей незаконной реализации. Основные случаи выявлены при перевозках из Алматы и Алматинской области в другие регионы. Задержаны пять участников преступной группы. Цитата МВД рекомендует гражданам при отправке груза попутным транспортом, либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами. Говорит начальник департамента МВД Республики Казахстан Шангуз Аликешев. Также крайне важно сверять номер телефона водителя с указанным в объявлении, обсуждать маршрут и конечный адрес доставки лично, а также обращать внимание на отзывы. При обнаружении подозрительных действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию. В казнете распространяется ролик, где мужчина дает свою расшифровку аббревиатуре QR-кода. Он утверждает, что QR нужно разбить на два слова – Q и R. По его словам, академик Ремезов переводил R как «люди с погасшими лицами», что означает «покорное человечество», как в концлагерях. А Q, якобы, с японского означает «посвящение». В итоге получается «посвящение в покорность». Это выдумка, не имеющая отношения к реальности. Создатель ролика произвольно трактует историю QR-кода, путая слова и буквы. Алексей Ремезов, на которого ссылается автор видео был писателем, а не исследователем языка. QR — это сокращение от английского Quick Response, что в переводе означает «быстрый отклик». QR-коды впервые начали использовать для маркировки автомобильных деталей. Предыстория создания QR-кода такова. В 1960-х годах в Японии начали появляться супермаркеты. Кассирам приходилось вручную вводить все цены, что вызывало туннельный синдром. Проблемы решили штрих-коды. Была разработана пост-система, где цена товара отображалась автоматически. Однако штрих-код мог содержать только около 20 символов. В 1994 году японская компания Denso Wave разработала двухмерный QR-код, который читался в двух направлениях. С появлением камер в мобильных телефонах история QR-кода получила новый виток. В 2002 году компания Sharp представила первый телефон с QR-сканером. Таким образом, все факты в распространяемом ролике указывают на конспирологическую теорию, которая которой не стоит верить. Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предупредила граждан о появлении своего фальшивого аккаунта в мессенджере WhatsApp. Мошенники отправляют сообщения от ее имени, вводя людей в заблуждение. Цитата. «Это мошенники. Пожалуйста, игнорируйте любые сообщения, поступающие из других номеров, представляющихся от моего имени», написала Динара Закиева на своей странице в Фейсбуке. Сейчас при поиске по номеру, который Динара назвала фейковым, выводится компания «Бизнес Авеню». Такая компания существует в реальности и занимается бухгалтерскими услугами, но на ее сайте этот номер не указан. К сообщениям, отправителями которых выступают известные личности, стоит относиться с большой осторожностью. Если нет никаких предпосылок к тому, чтобы вам лично написала популярная персона, то, вероятнее всего, вы столкнулись с мошенниками.